Итак, игра называется «Где ты был?». Я задаю всем один и тот же вопрос. Таких вопросов будет 6. И каждый отвечает то, что он считает нужным. Итак, как часто ты бываешь в этом учреждении? Много-много. Так, а вы? Часто. Так. Вы? 2 раза. Очень хорошо. С этой стороны пойду. Так, вы как часто? Редко. Очень часто. Редко, но метко. Телефон, еда. Вы? Арматуру. Если зачем? Себя. Правильно, себя красиво обязательно надо взять. Ум. Это просто необходимо. Дальше. Удача. Да, удача должна быть. Так. Четвертое. Что там делаете? Играем в карты. Отдыхаем. Будем подать. Плюс. Ромняю кости. Вы пытаетесь танцевать. Одеваюсь происходящего. Ребята, какие ощущения при этом вы испытываете? Это спасительно! Он даже описать не может, что он испытывает! Артур, я тебе верю! Так, вы что испытываете? Радость! Хорошо! Счастье! Да! Всё! Артур! Правильно! Пока спишь, все хорошо. И что у тебя дальше? Все из раз. Ага, вот так даже. Хорошо. Нет, а вот теперь 6. Как вы думаете, где вы были? Дома. Хорошо, вы где были? На работе. Хорошая работа. Далеко. Да, а вы? На Луне. Ну, можно сказать, да. Где? Ты что, дома? Так, а вы где? На стройке. Где вы были? В школе. Так. Поворачивайся сюда, пожалуйста. Ты была в спортзале. Что ты, Арматура, ты собирался там делать? Ну, разве что, ну, да, и кости равнять. Ну, да. Нормально, да, ты любишь. Ты поняла, да? Да. Ну, то, что ты отдыхаешь там, да, это хорошо. А какая интрига на дискотеке, интересно? А в чем она там есть? Мы вас благодарим, молодцы, спасибо большое.